До выборов президента чуть больше 2 недель. Скоро будут готовы бюллетени. Рассказываем, что в них будет. Кандидаты в алфавитном порядке. Чтобы проголосовать, ставим любой знак в квадрате напротив фамилии. Бланк с отметками в разных квадратах недействительный. Бросили в урну пустой, тоже не считается. Если помарку сделали случайно, бланк можно заменить. Сейчас прорабатывают вид бюллетеня. Текст утвердили, потом напечатают. Напомним, на пост президента у нас 2 кандидата – Вадим Красносельский и Сергей Пынзарь. Выборы 12 декабря. Откроют 257 избирательных участков.